Сегодня мы направляемся на рынок Чурсу, поэтому мы спустились сейчас в метро, сделали один переход, и эта ветка прям доходит до рынка Чурсу. Мы находимся на переходе станции Пахтакор. От главной ветки мы спустились вниз, и эта ветка идет уже в сторону рынка Чурсу. Станция Алишер Наваи. Станция красивая. Мы уже находимся в вагоне метро и едем в направлении станции Чурсу. Чурсу, она, это станция, которая выходит прямо на территорию рынка. Мы видим в вагоне много людей, и, наверное, многие из них тоже едут с нами на рынок. И вот мы приехали на станцию, выходим. Станция красивая, станция Чурсу. И мы пошли к выходу. Мы вышли из метро и попадаем сразу вот в торговые ряды. Здесь вот такие легкие навесы, закрытые от солнца. И здесь продают, мы видим, фрукты, овощи, а здесь вот яблоки, там персики, сливы, виноград. И вот я иду по ряду, здесь зелень продают, помидоры. Помидоры в Узбекистане очень вкусные. Смотрите, сколько их сидит здесь, прямо на земле, потому что если в павильоне сидеть, там за место надо платить, там дороже. А здесь, видимо, вообще, наверное, бесплатно на улице сидят. Я вам расскажу историю, когда мне было примерно лет 10-12, я вот запомню. Мы с родителями приезжали сюда, на этот рынок. Вот приходили вот в этот самый павильон. Здесь не было обжорных рядов раньше. Здесь продавали картошку и продавали лук. И мы приезжали каждый год осенью, закупали на зиму, в мешки брали прям килограммы по 50-60 где-то. Лука, картошки, потом относили куда-то в сторону в ожидании машины. А сами заходили в павильон, здесь с правой стороны был магазин Тахира Зухра, и рядом там был ресторан. И наверху, на втором этаже, была веранда, и там жарили шашлыки. Мы брали шашлыки, садились, лепешки, и для нас это был праздник. Тогда не было вот так вот на полу, не сидели, площадь была открытая. Потом на этой площади сделали фонтан. И я вот вам сейчас покажу, моя хроника, это за 2012 год. Вы сейчас сравните это же самое место, где я вот сейчас вот снимал фрукты, все, как было раньше. И вот мы видим тот же фонтан. Это такой же фонтан, похожий, как около театра Наваи Пахта. Он, правда, здесь без воды. А съемка 2012 года. Вот мы видим павильон закрытый там вдали. На площади все открыто. Никаких продавцов. Это вот выход из метро, как раз Чурсу, откуда я сейчас вышел. И здесь вот сидели, продавали на земле вот это все, фрукты, овощи. Это место как раз напротив выхода из метро, где сидят сейчас продавцы. А вот здесь я зашел на
смотровую площадку дома детского творчества. И вот мы видим напротив мечеть, бывший детский мир, Чурсу Плаза, гостиница Чурсу реставрируется. Это вот такая вот панорама сверху на то же самое место. А вот с правой стороны улица Фараби, здесь была гостиница когда-то Гулистан и площадь Калинина. Я говорю, сейчас открою зонтик, она увидит. Точно. А он зашли. Украли нас, украли. Сейчас мы находимся в так называемых обжорных рядах. Это так в народе их называют. Это место на рынке, где вот с правой, с левой стороны сидят женщины, которые готовят все это домашнее, привозят сюда, указывают свое место. Уже они здесь сидят годами. И все их знают. И вот продают различную еду. Вот написано, что здесь продается. И туристы считают своим долгом, это передается, как говорится, из уст в уста, что на рынке Чурсу есть такое место. И туристы стараются сюда прийти и попробовать узбекскую национальную еду. И мы сюда пришли, хотя мы здесь уроженцы Ташкента, и бывали здесь, и, как я же рассказывал, раньше это место находилось вообще сбоку, там, в такой яме, там они сидели. Сейчас более цивилизованно все сделали. А здесь когда-то продавали картошку и лук. Здесь баранина очень вкусная, и говядина, какой, с косточкой и нарезанное мясо. Ну хорошо. А из-за плитки? Сколько, 3-4? Маме одну. 4 возьмем. Я не буду. 3. Харе, могушь прям, не? Могушь можно на 8 минут. Баранина? Говорит, 2 только с бараниной есть, остальное говядина. Ну хорошо. Говядина. Красивая, красивая самса. Это знаменитый бренд Азизапур самса. Алло. Хорошо. Вот. А, не можешь. Бабушек, что надо было сказать? Так. Ой, джаном, здесь, вот здесь, вот 10 и 10, все, 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 ой, джаном. Рахмай, джаном, сау булин. Мана, бус зе брдонис, бус зе кидон. Аллоу. Сади. Салат свежий. О, мы сейчас сядем, сейчас шашлык возьмем. И на лепешка. Это возьмет. Ну что ты? Ну можно, да, положить?
Ну вот мы сидим сейчас в обзорных рядах, получили свою еду, лагман, мы получили самсу, шашлык, ханум, короче, все набрали, все, что можно. Это все самса, самса, говяжья и баранина, ханум, ханум. Очень вкусно и приятного нам всем аппетита. А вот сейчас общий план этих рядов. Дым стоит тут коромыслом, как говорится. Очень дымится. Все вкусно, очень дружелюбно. Народ просто замечательный. Узбекский народ – это что-то особенное. Так, скажите мне два слова, как вам? Водочка, тебе вкусненько? Я люблю ханум Чёрский базар, да? Он необыкновенно вкусный. С картошкой здесь и это мясо, но необыкновенно. Это потому что они специалисты здесь. Специалисты. Это из поколения в поколение передаются вот эти повара, их деды, прадеды, родители. И вот сейчас их дети потом готовят. Ну я в Ташкент вызвала специально. Олечка, ты поела свой лагманчик? Вкусненько. Она съела вот такую вот порцию, которую я сейчас буду тоже кушать. Это полпорции. Ну это полпорции, да. Пол у меня полный хватит. И полная коса почти. Чай давай. Чай еще. Мой сын ведет там блог. Он сидит перед камерой и ведет свой блог в прямом эфире. Так, какой самсу мы берем? Мы все поели и пошли на выход. Было очень вкусно, и нам, короче, все понравилось. Сейчас надо поблагодарить хозяев за гостеприимство, за еду. Да. Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите нас в Ютубе. Мы пошли дальше вдоль рядов и смотрим, что еще здесь есть. И вот перед нами опять продавец самсы. И Роза туда же подошла, что-то его расспрашивала. Спасибо. Что это? Может, мы тебя прорекламировали? Спасибо. Очень вкусная самса. Да, это бренд. Вот это с косточкой баранины. Да. Послушай, рядом поставь, она рассказывает, что это. Не знаю. Самый селёдка стоит. Стоит
Посередине, прямо сильнее. Да. Это его самая шикарная самса. Рекомендуем. Вот мы здесь специально подошли к нему показать. Очень приятный парнишка. Раньше торговал его отец, дед, они уже все друг знают. Первое же мясо. Одна вторая сырушка, красная. Ну, баранина, да. Ну, мы вот пошли дальше на выход. Нам здесь действительно все очень понравилось. Все очень чисто, аккуратно. Хозяйки все чистоплотные, поэтому рекомендую, кто хочет попробовать настоящую узбекскую национальную еду, приходить сюда. Здесь все есть. Шашлыки, плов, лагман, манты, даже ханум есть. Мы сегодня здесь вчетвером, сразу три блогера собрались. Лола, напомню, администратор сайта Ташкент город хлебный. И у нее свой сайт есть в Ютубе. Заходите, подписывайтесь. Вон целый ряд узбекских ичигов. Везде гвардейцы стоят, охраняют. Она еще не это, она торгуется еще, что здесь? Побежи. Давай завтра брошу тебе. Сейчас 9 час станет. Хорошо. Почему пташки не могут ходить? Да, и какой красивый. Ага. Напитка такая. Еще, значит, вот зеленая такая здесь. Точно. Вот какая красота, смотрите, прям ручная работа. Они из Турции все привозят. Ты видишь? Угу. Генератор из Турции. Я что-то вставку взяли. Вот это мне нравится, который заловывает вот этого. Вот этот? Да. Да. Размера нет такого? Надо спросить. Сейчас спросить надо. Но я черное не хотела. Черное разве? А что, ты не веришь? Что? Это не черное, а черное. А, не черное. Давай, 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 давай
вкусно. Alguien de benim yanımda, sen acımda sevgendim. En güzel yapabildim. Наши танцы, наши где моя сумка? Спасибо большое. Спасибо. Я что здесь продаете? Я что масал маленький, я что нашел. А мам была кончи, да? Была азгинчи, алты из миссинг, кем, хе? Больше. А тебе надо? Сынок, будешь брать на лапку? Иди сюда. Дальше. А, тарелька, вот какая красота здесь. И все коллекционное здесь. Что ты говоришь? Салам. Вы поняли, да? Обычно. Мама, мам, на хам сбор. Была это статуэтка. Обычно. А вон наверху посадил. Вот красота. Чеканка ручной работы. Ножи ручные. Мы гуляем по рынку Чорсу. По всем злачным местам тут. Вы видите, рынок разнообразный. От еды переходим к посуде различной, к белью. Рынок Чорсу, конечно, очень большой. Здесь все вперемешку. И продукты, и овощи, и фрукты, потом идет одежда, сувениры, и все так чередуется одно за другим. Очень много товаров, и что мне нравится, народ очень такой гостеприимный. Если к любому ты подойдешь и спросишь любой вопрос, обязательно тебе ответят, и... ответить не просто, а расширенно. Это, ну, просто непередаваемо. Большие молодцы. И мы ходим здесь по этому рынку, как по музею. Все очень красиво и замечательно.
виноград красивый. Да? Ну, да, это не очень большой. Это вот персики все. Это яблок. И там яблок. Мы вышли с рынка со стороны улицы Беруни. Вот здесь ряды, где продают растения, рассаду.
Здесь прохладно. Вон, беданы. Пик-пик. Вот здесь перепелки на узбекском беданах. На этом я свой фильм заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. И до новой встречи!